сміх подовжує життя людини, і за допомогою сміхотерапії можна вилікувати деякі хвороби. Що це таке та як скористатися сміхотерапією, дізнаємось від гостя, який прийшов до нашої студії. Це Павло Серапін, психотерапевт. Дуже раді бачити вас. Добре. І особливо вас, чому хотілося бачити саме з цією темою, тому що ви людина позитивна, завжди посміхаєтесь, ви самі так собою завжди якось зачаровуєте усіх навкруги. Стараюсь. Тому сміх – це, мабуть, така дуже непогана техніка, якою можна навчитись володіти. Так чи ні? Давайте почнемо з того, що чоловік – это такое очень интересное приспособление, которого есть правила эксплуатации. И давайте, опять же, чтобы все люди понимали, о чем мы будем говорить, будем проводить аналогию с техникой, с которой уже все давным-давно общаются, владеют. И у каждого сейчас, почти у каждого есть смартфон, и он знает, чтобы этот смартфон хорошо функционировал, ему нужно дать возможность что-то сделать. Поэтому давайте будем говорить, что эмоции, и в частности смех, это определенный процесс, который должен в этом организме происходить. А для того, чтобы этот процесс запустился, этот организм нужно подготовить к смеху. Так как смех является эмоцией, то этой эмоцией для начала нужно наполниться. А так как у нас не из ничего ничего не бывает, поэтому каждый юморист, который выступает на сцене, он знает, что для того, чтобы зал начал смеяться, начал переживать определенные эмоции, его нужно разогреть. И в среднем для того, чтобы человек разогрелся и начал смеяться, нужно 10-15 минут. И если вдруг в зале кто-то начинает смеяться после того, как вышел этот юморист на сцену, то мы должны вспоминать очень хорошую поговорку, что смех без причины – это признак большого інтелекту. Слухайте, ви знаєте, Павло, от якщо так от ставитись до сміху, ну то треба тоді взагалі бути іншою, можливо, людиною, так? Тобто з другим мисленням. Да. Серйозно? Да, конечно. Ага. Тому ми должны опять же говорить, что смех, я бы сравнивал с функцией того, что у нашего организма возникает момент определенных открытых программ, и когда их накапливается вот такое большущее количество, они начинают тормозить друг друга, и в этом случае я хочу рассказать очень хорошую притчу, которая будет иллюстрировать процесс возникновения смеха, как и момент мышления у человека. Когда-то давным-давно жил один мудрый правитель, который начал ощущать дефицит денег, и он послал своих сборщиков налогов к своему окружению. Приходит это окружение, собирает определенное количество мзды с этого окружения, возвращается, и этот правитель говорит: ну, как реагировало мое окружение на то, что вы собрали налоги? Но оно сделало серьезный вид и сказало: ок. Он говорит: о, надо еще раз пойти собрать эти налоги. Они идут еще раз, собирают эти налоги, возвращаются к этому правителю, и он опять говорит: ну, а что теперь, сказало это окружение? Оно сделало еще более серьезный вид, но сказало: ок. Он говорит: ну, тогда нужно еще раз пойти собрать налоги. Приходит это организация, собирает налоги, возвращается к правителю и говорит: ну а теперь как оно отреагировало? Ну, ваше окружение начало смеяться. Эта замечательная притча говорит о том, что человек, как и любая другая машина, сначала думает, и когда его оперативная память переполняется и уже лишается возможности думать, она включает защитный механизм в виде смеха, потому что уже не понимает. Захист, так? Да, это защитная реакция, которая выпускает у нас из головы, как предохранительный клапан, вот эти эмоции, которые могут привести к вооруженному восстанию. Ну, це вже потім. Тобто, добре, що вони сміятись почали. Да. Бо то есть у них ще, да, у них возник вот этот момент эмоциональной разрядки, поэтому психотерапия, основанная на смехе, это прежде всего терапия, основанная на том, чтобы из человека выпустить негативные эмоции или, может быть, любые другие эмоции, которые переполняют этого человека. Но для того, чтобы он засмеялся, нужно сначала его подготовить. Так, а що ж робити? Ну, якщо ми будемо просто читати анекдоти, наприклад. Ні. Це не спрацює? Вообще нет. А ну, що тоді треба? Ну, первым. Ну, хорошо, если мы возвращаемся к анекдотам, то мы должны тогда понимать, что у этого человека должна быть созвучность этих анекдотов с теми процессами, которые происходят внутри этого человека. И если мы будем рассказывать анекдот о ревности человеку, у которого нет денег, он будет на нас смотреть с непонимающими глазами и говорить: и мы будем очень долго им рассказывать, пока не попадем в тему, которая будет гармонировать созвучность с его внутренними
мира. Ну, чтобы вы же зрозумів, як конечно, ты кажете, это анекдот. Конечно, ну, конечно, конечно, да. Угу. Но в любом случае возвращаемся к тому, что для того, чтобы запустить этот процесс, нужно сначала, как в тренировочном зале, сначала подышать. Потому что когда человек дышит, а мы знаем, что когда мы смеемся, мы делаем так... И начинаем смеяться. Поэтому глубокое частое дыхание приводит к тому, что мы переполняем свой организм большим количеством кислорода, который запускает много окислительно-восстановительных процессов и активирует все процессы, происходящие внутри нас. Поэтому мы сделали так. И после этого начинаем смеяться. Почему? Потому что все бурлит, все наполняется эмоциями. И после этого мы вызываем эффект резонанса с той внутренней темой, которую мы сейчас переживаем. Тобто може бути будь-яка тема, так? Ну, да. Взагалі, сміх, ну, читати, може, щось таке позитивне, дивитися щось смішне, ну, це ж взагалі лікує людину. Людина може довше ж прожити і взагалі... Так, да, чому? Тому що уходять вот эти мышечные зажимы, которые очень негативно влияют на наш организм. Наш организм вообще очень плохо реагирует на избыточное мышечное напряжение, потому что избыточное мышечное напряжение приводит к тому, что наш организм перенапрягается, сжигает большущее количество энергии, и плюс к этому суставы наши портятся, потому что постоянное напряжение приводит к тому, как мы носим тесную обувь и натираем себе водянки. Поэтому постоянно должен быть момент динамики, постоянно должен момент быть движения, постоянно момент наполнения и выплескивания этих эмоций. И как только мы опять же чувствуем, что мы перенапрягаемся, циклимся на какой-то теме, на одной, значит, пора посмеяться. Пора выпустить этот пар. Як же собі? Це все одно, це такий сенс життя повинен бути кожної людини, коли вона може сміятись, може мати якісь розрядки, коли вона серйозно працює, наприклад. Ну, тобто, все повинно бути, так? І той сміх, він може бути дозованим, але він все одно повинен бути в місці кожної людини. Тобто, не так, що ось все і сміху немає. Чи ні? Чи тут є інша думка у фахівців? Самый большой парадокс нашего мира заключается в том, что когда у человека все хорошо, у него нет повода смеяться. И если возвращаться к этой притче по поводу налогов и по поводу сбора этих налогов, если бы у правителя была бы другая картина мира, и у него было бы все хорошо, он бы не собирал эти налоги, а у этих крестьян в конечном итоге не было бы повода смеяться. Поэтому если люди живут постоянно в состоянии гармонии внутреннего мира и гармонии этого внутреннего мира с окружающим миром, они просто спокойно, с сохранением внутренней энергии, сидят ровно на месте, ограничивают свои движения, ограничивают свои эмоции, потому что любые колебания – это напряжно. А любая система стремится все-таки к состоянию покоя. А, так ты стресс? Да. Ось но стресс, ну, стресс, с одной стороны, плохой, с другой стороны, хороший. Но точно так же, как нету тьмы, нету света, и сложно сказать, что такое правда, что такое ложь, сложно сказать, что такое добро, что такое зло. Если бы у человека постоянно было это ровное настроение, то он бы утратил вообще смысл этой жизни по причине того, что тогда бы наступил момент, ну, вот отсутствия необходимости развиваться. А как только отсутствует момент необходимости развиваться, у нас запускается физиологический механизм деградации, и все бы прекратило свое существование. Так, ну треба, значит, смеяться. Да, да, точно так же, как и грустить и унывать, ну, так, чтобы была вот эта разница, ну, разница вот так. Этих. Но есть еще один прикольный парадокс. Ну, поколение моего возраста помнит очень хороший фильм «Укрощение строптиво», когда там в этом фильме показывают, что... молодая девушка приезжает к этому Андриано Челентано, и они там решают вопрос смешного и грустного. И в этом фильме показывается, что люди начинают смеяться над абсурдными ситуациями, ну, в частности, над ситуацией падения. И если вдруг не происходит момент абсурдности, как момент абсурдности сбора налогов, когда уже собирать нечего, у человека нет необходимости выпускать эти избыточные эмоции при помощи смеха. И в этом фильме очень хорошо показано, когда эта девушка смеется над комедией, где все падают, падают лицом в этот торт, и потом она... прекращает смеяться, когда сама падает с лестницы. И вот этот момент парадигмы этого мира, противоположности, вызывает опять же у нас улыбку.
Тогда опять же возвращаемся к смеху и возвращаемся к вот этой парадоксальности мышления человека и к определенным моментам анекдотов, которые мы рассказываем, чтобы попасть в гармонию с человеком, который переживает эти эмоции. Возвращаясь опять же к моменту ревности. Но если мы будем вдруг человеку, который переживает это состояние ревности, рассказывать анекдот о том, что он ревнивый, вероятнее всего вместо смеха мы получим момент агрессии. Угу. Поэтому... Ну, в житті це ж можна вирішувати будь-які наші життєві питання. Краще ж, мабуть, за допомогою сміху, конечно, так, посміятись, конечно, над якоюсь проблемою, і все, вона само собою розійшлась. Так? Но. Так вот, момент, опять же, очень важный, связанный с тем, что когда вы человеку, ну, называя вещи своими именами, когда вы дураку говорите о том, что он дурак, вы вызываете у него только чувство агрессии по отношению к вам. Ну, когда вы начинаете заходить со стороны и рассказывать о том, что я знаю такого мужчину, который мог переживать ситуацию ревности, и рассказываете анекдот, который будет очень похож на ситуацию, переживаемую у этого человека, то тогда он будет смеяться. Но есть еще масса подводных камней, связанных со смехом, со смехотерапией. Мы должны еще помнить о том, что у нас есть люди, которые по-особенному думают. Ну, в частности, у них может быть обострено не только чувство справедливости, но и чувство, что весь мир крутится вокруг них, о том, что они являются центром Вселенной. Поэтому я бы рекомендовал воздержаться от шуток с подобными людьми, потому что реакция, которую они могут дать, она может быть совершенно противоположной, чем то, что вы ожидаете. Так здавалося б, так все легко і просто. Це всього-навсього сміх, а виходить, сміхотерапія – це серйозна техніка. Очень, і треба настільки обережно ставитись до неї і дивитися ще, до кого ми можемо її примінити, і чи треба це робити взагалі. Да. Выходит, ну, так. Тогда еще есть один очень интересный момент. Мы сегодня уже с вами говорили, что смех – это прежде всего эмоции. Но если мы говорим о эмоциях, то каждый из нас знает, что если он зайдет опять же в интернет-ресурс и будет читать эти анекдоты, то сейчас, благодаря этой современной технике, мы можем посмотреть рейтинг каждого из анекдотов. И мы видим, что одни анекдоты набирают 5 звездочек, другие анекдоты – 3 звездочки. Есть анекдоты, которые не набирают вообще ни одной звездочки. Если мы будем, опять же, ну, вот, заморачиваться пониманием, почему так происходит, то мы обратим внимание еще на одну такую удивительную вещь, что чем более интеллектуальный анекдот, тем меньше у него звездочек. Это, опять же, связано с тем, что когда человек интеллектуально все продумывает, у него нет повода смеяться. Потому что у него все настолько упорядочено, что у него нет необходимости накапливаться избыточной энергией в виде негативных или каких-то позитивных эмоций. Ну, взагалі, ця техніка, вона працює? Ну, очень хорошо. Сміхотерапія. Очень хорошо. Очень ну, хорошо. А як? Можна примінити? Ну, давайте якусь тему розглянемо. Ну, будь-яку, яка у нас в житті може відбуватися. От будь-яка тема. І на цьому прикладі покажемо, як вона може примінитися и как можно вырешить будь-яку ситуацию? Ну, мы уже опять же говорили, что прежде всего для того, чтобы запустить смех, мы должны сделать ситуацию с определенным моментом абсурда. Поэтому, если мы находимся в студии, то мы можем представить такую замечательную картину, когда муж с женой сидит на диване, смотрит телевизор, и жена начинает говорить мужу: «Тебе нравится эта ведущая?» Он: «Да, ну ты лучше». «Нет, ты скажи, что она лучше». Он говорит: «Да нет, лучше тебя никого нет. Но ты, скотина, совсем обнаглел. Иди отсюда вон». Ну, вот. Вот поэтому... Веселая ситуация. Но, тем не менее, все мы разрядили эту ситуацию, наш внутренний мир, потому что понимаем, что когда мы посмеялись, у нас ушли вот эти мышечные зажимы. Ну, в этой дружине не дуже весело. Я вам так скажу. Тобто весело тільки може бути стороннім людям, які розуміють, до чого може призвести та ситуація. Ну, і йому, врешті-решт, теж не буде весело, я думаю. Ну, тогда, если мы теперь будем рассматривать, как ему при помощи смеха снять это напряжение и отвечать ей на подобные ситуации, то можно, опять же, теперь перевести это в момент интеллектуализации. Почему? Потому что момент альтернативы смеха, мы уже сегодня говорили, что этот момент только интеллектуализации. И говорить этой жене в контексте того, что: «Дорогая,
Ты же понимаешь, что если бы эта телеведущая была настолько ужасна и отвратительна, чтобы она вызывала негативные эмоции у всех зрителей в этом зале, вряд ли бы ее допустили на это телевидение. Поэтому скажи, пожалуйста, хотела ли бы ты созерцать это нечто ужасное на экране нашего большущего телевизора? Угу. И момент перевода вот этой ситуации. Вот вона так вам і сказала. Зразу. Ну, я вам скажу так, що от якщо, наприклад, таку ситуацію розглядати, то, мабуть, можна, звичайно, заходити з різних боків, і, можливо, і чоловікові, і жінці дивитись на цю ситуацію трошки збоку. Але якщо вони будуть налаштовані, якщо ситуація вже підходить до пікової... До кипіння, да. То вже, мабуть, там нічого не можна зробити. Нет. И в этом случае все равно можно что-то придумать и можно что-то сделать. Поэтому, опять же, если мы говорим о позитивности мышления, о позитивности настроенности этого мира, то мы должны, опять же, говорить, что в самой любой безвыходной ситуации всегда остается как минимум еще один выход. Это вход, при помощи которого вы вошли в эту ситуацию. Поэтому давайте, опять же, вернемся к тому, что... Если мы будем понимать, как мы вошли в эту ситуацию, то, откатив ее назад, мы можем постараться раскрутить эту ситуацию по другому сценарию. Поэтому, опять же, всегда психотерапия, связанная со смехотерапией, очень хорошо и тесно переплетается с такой очень хорошей психотерапевтической техникой, как психодрама. Это такое замечательное сообщество людей, которое собирается и проигрывает стрессовые ситуации в своем кругу, чтобы найти новые варианты решения и вот этой стрессовой ситуации. А как тут разглянуть, если уже возьмем за пример вот такую ситуацию, выйти в драму? Ага. Да, когда кому? Она обвиняет своего мужа в том, что ему нравится телеведущая. Хорошо, возвращаемся к тому, что он может припадать на колени перед своей женой и говорить: «Любимая, дорогая, а буду ли я так любезен не спослать тебе это восхищение, чтобы мое очарование снизило уровень твоего...» Да, она его пробачит сразу. Скажет: «Ну, звичайно, все, ты уже все сделал правильно, ты у меня найкращий, все». Я думаю, що вирішиться ось так ситуація. Але це ж треба розуміти. І чоловікові треба в першу чергу стати на бік цієї жінки, зрозуміти, що ж там сталося. Синхронізувати себе з її процесами мислення, щоб виник момент резонансу, який визове однакове звучання внутрішніх струн, щоб вони настроїлися і зіграли, як цей великий симфонічний оркестр, і щоб їх емоції були гармонічні. Тому, опять же, момент сміхотерапії – ще дуже хороший момент, зв'язаний з тим, що ми звертаємо увагу, що коли заходить людина в якесь людне місце і починає хі-хі, это становится заразным, как и момент зевания. Поэтому от того, насколько у нас в обществе будет хорошо настроенных позитивных людей, готовых посмеяться над собой прежде всего, потому что все мы ущербные. Да, у нас очень много комплекса, у нас очень много проблем, но от того, насколько мы готовы посмеяться над собой, настолько мы готовы выплеснуть эти накопившиеся эмоции, настолько у нас внутри будет все хорошо, и мы будем транслировать в этот окружающий мир вот это легкое фоновое состояние гармонии, это состояние снятия напряжения с тех людей, которые приходят хмурые, вот такие вот напряженные и агрессивные. Поэтому смехотерапия, да, но нет. Но опять же, да. Ну, ви знаєте, дуже класна техніка. Насправді, якщо ставитись до будь-якої ситуації в своєму житті ось так легко, тобто розуміючи усі процеси, розуміючи, що було перед цим, і чим це може завершитись, і як виправити ситуацію, дуже добре ви сьогодні показали декілька варіантів, як це можна зробити, і що могло би бути. Але треба бути налаштованим, так? В першу чергу, на позитив, на краще у своєму житті, і лише його брати до уваги. Лише так ми можемо виправити усі негаразди, які з нами стаються. Дуже дякую вам, пане Павло, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякуємо за цей майстер-клас. Так сподіваюся, що чоловіки скористаються і будуть щасливими у цьому житті. Зустрінемось за декілька хвилин.